Дельфина уже прозвали «Наша Ванга». Накануне матча ей предложили два футбольных мяча с надписями стран соперниц. Дельфин выбирает один и приносит его в зубах тренеру. Пока результат предсказаний стопроцентный, отмечает тренер. Ванде 10 лет. Она родилась в дельфинарии Геленджика. В Сочи быстро стала вожаком стаи. Кстати, опыт прогнозирования у Афалины уже есть. Ванда удачно прогнозировала результаты хоккейных матчей во время зимней Олимпиады в Сочи. Тогда точность ее предсказаний составила 90%. Сегодня «Дельфин» выбрал победителей полуфиналов Кубка Конфедерации. По мнению Ванды, удача улыбнется сборным Португалии и Германии. Так ли это, станет известно уже завтра.